Бесконтактный термометр Flux62 – это профессиональный диагностический прибор для быстрого и точного измерения температуры. Принцип действия данного прибора основан на измерении мощности теплового излучения объекта, измерения в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света. Для проведения измерений температуры в труднодоступных, горячих, вращающихся или опасных местах инфракрасный термометр Flux62 станет незаменимым помощником. Он обеспечивает точные измерения в широком диапазоне температур от минус 30 до 500 градусов по Цельсию. В дополнение к этому усовершенствована оптическая система с разрешением 10:1, позволяет проводить измерения более мелких объектов на большем расстоянии. Лазерный целеуказатель поможет более точно навести прибор в место измерения, и это все находится в компактном эргономичном корпусе. Измеренные данные отображаются на ЖК-дисплее с подсветкой. Для начала работы пирометра просто нажимаем зеленую кнопку «Курок» и наводим его в место измерения. При отпускании кнопки последнее значение удерживается на ЖК-дисплея. Питание производится от 9-вольтовой батарейки типа крона. Для удобного хранения и транспортировки служит чехол, который поставляется в комплекте с прибором.